Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые поклонники волейбола. Телекомпания «Сургут Информ ТВ» и волейбольный клуб «Газпром Югра» приглашают вас в Сургут, где сегодня в рамках третьего тура чемпионата России среди мужских волейбольных команд «Пари Суперлиги» состоится игра между командами «Газпром Югра» и «Динамо ЛО» из города Сосновый Бор, Ленинградская область. Ну, трудно, наверное, делать какие-то прогнозы. Понятно, что на бумаге, возможно, фаворит «Динамо» из Ленинградской области, но сургутяне в родных стенах еще и неплохую, на самом деле, первую половину встречи провели в Новом Уренгое против такого молодого дерзкого факела сургутяне. На удивление, в этом сезоне такой командой является «Казань». Где-то кто-то где-то появляется. И вот «Газпром Югра», там Каратаев, Тарасенко, Кириллов. Вот плеяда таких молодых игроков. Ну, прошивает этот блок Сергей Пирайнин. Не самая замысловатая подача у Ивана Каратаева получилась. Здесь силовая Тарасенко в третий метр. Прием первого темпа не будет. Будет удачная атака поверх блока Жиганова, Дениса Бирюкова. Расстановка без либера. И здесь укорачивает Вадим, заставляя буквально поучаствовать в приеме центра, коим оказался Артем Довгань. Вадим Жиганов, ну, просто не оставил этот мяч в игре. Ничего страшного не произошло. Так, на одном блоке оставляет Раджаба Вадима Жиганов. Здесь Петю, конечно, уже караулят. Ну, здесь откровенно отжался Раджаб. И из четвертой зоны Денис Бирюков на подаче Марка Ивлевича. Ну, здесь с места Пирайнин придумать ничего не смог. Игровая инициатива перешла на сторону «Газпром Югры». И блестяще совершенно действовал олимпийский чемпион Алексей Обмочаев. Ну, смотрим за подачей Вадика Жиганова. Так, хорошая укороченная. Ну, здесь тут как тут был, ошибается Довгань. Будто не желает досаждать своим бывшим одноклубникам. Что он тут хотел найти, непонятно. Касание троса было совершенно точно. Еще одна хорошая подача. Еще один нет, не эйс. Но будет контратака у сургутян. Да вот Караджаб. Раджаб эффективен. 24-22. Так, Обмочаев, классный прием. Не в темп передача Раджабу. Здесь чуть повыше говорит Раджаб. И Раджаб от блока отыгрывается. Зарабатывает 25-е очко для своей команды. 25-23. 1-0 впереди Сургут. Василий Тарасенко. Каратаев не забивает переходящий мяч. Переборщил здесь Красманович. Ну, свое очко на самом деле сургутяне уступили. Уступили совершенно свое очко, свой розыгрыш отдали своему сопернику. 1-0 впереди «Динамо» из Ленинградской области. Не блокировали сургутяне абсолютно ничего. Ну и мы видим, что ну, было касание площадки. Здесь Обмочаев не смог своих партнеров постраховать. Марко Ивович. Так, первый темп. Первый темп могли, конечно, здесь и в защите сыграть динамовцы. Но не знаю, чем эти люди руководствовались. Да, переходящий мяч. Да, его забивает Довгань. Это хорошая силовая. Катич здесь поднимает руку, извиняется перед партнерами. Так, укороченная. Ну, здесь темп не заигрывает. Темп в очередной раз Тюшкевич. Ну и прекрасные действия Раджаба. Такая подача от Жиганова, мне кажется, что это равносильно на самом деле ошибки.
Так, Раджаб из четвертой зоны здесь просто чудеса творит. Первую свою попытку Раджаб не реализовал. Видели там в домашних играх Динамо Ленобласти, в первых двух турах мы не видим. Проходит Раджаб. Газпром Югра в игре. И это Вадима Жиганов. Это эйс от Вадика Жиганова. Ну нет, это не эйс. Но это будет контратака для сургутян. Который реализует такие Раджаб и сравнивается счет 19-19. Ну и символично, глубоко символично, что точку в этой партии ставит Раджаб, который сегодня просто феноменален. Каюмов. Каюмов отличался. Отличался во втором сете. Вот такой вот силовой подачи. Но прекрасен Обмочаев. Ваня Каратаев здесь. Ну, хороший Ван Каратаев. Так, укоротил. Ну и центру, центру. Ну, конечно, здесь Петя все прочувствовал и видел, что Довгань будет атаковать. Но... Катич здорово. Катич здорово. Тяжелейший мяч снял левой рукой капитан «Газпром Югры». Ну, какого-то затруднения, наверное, на подаче от Артема Довганя ждать не приходится. Сумасшедшей высоты атакует Тарасенко. Но хорош по страховке Тюшкевич. И сейчас будет контратака у «Динамо» из Ленобласти. Так, не позволил Обмочаев Тодору этот мяч забить. Вот Литвиненко из второй зоны. Хорош. 9-7. Так, еще одна хорошая подача. Темпа не будет. Будет скидка от Бирюкова. И контршансы сургутян, которые с блеском реализует Раджаб. 10-10. В плане отсутствия какой-либо предвзятости именно в Сургуте. Ну да ладно. Жиганов укорачивает. Контршанса не будет. Но будет... Попытка что-то на блоке, может быть, сыграть. Ну нет, здесь на разорванном блоке Тодор Скримов гуляет. 14-14. Шевляков. Шевляков, который так по ходу пьесы заменил Василия Тарасенко. Предпоследний контраргумент – это подача Тодора Скримова. Так, Обмочаев. Принимает Обмочаев сумасшедшую подачу Тодора Скримова. На одном блоке здесь, ну, выигрывает Литвиненко. 22-23. Ну и тайм-аут завалялся Ли у Рафаэля Хабибуллина. Так, радуются сургутяне. 25-22 показывает арбитр. Но Климкин тут же отправляет Антона Шишкина к столику для видеопросмотров. 3-0. С таким счетом «Газпром Югра» переигрывает серьезного соперника «Динамо ЛО» из города Сосновый Бор. Ну а вам всего доброго и до будущих побед, друзья.